Здравствуй, Ку. Почему ты плачешь? Тебя кто-то обидел? Нет, у меня просто плохое настроение. Здравствуйте. Кто у вас плачет? Это у Куба настроение плохое. О, это ты, Ку, расстроился? Пожалуйста, не плачь, я могу тебя порадовать. Слушай, как я могу создать смешной звук? Ха-ха-ха! 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 Привет, Куб, мы уже пришли. У меня было плохое настроение, потому что я сам расплакался. А не надо расплакаться. Просто живи и радуйся. Вот спасибо.